Здравствуйте! С вами передача «На рыбалке с дядей Федором». И сегодня мы находимся в гостях у моих хороших друзей на замечательном водоеме, где неоднократно мы ловили крупного окуня, хорошую плотву, отличную. Единственное, что сегодня смущает, это то, что ГЭС сбросила воду буквально 2 дня назад очень сильно. И часть мест, где мы рыбачили, лед просто положили на грунт, воды не осталось. Места эти мне знакомы, не первый раз я здесь. Проверим все места, где мы до этого ловили рыбу. У нас есть отличная техника, которая позволит нам перемещаться. Я думаю, с ее помощью мы найдем отличную рыбу и порадуем вас хорошей рыбалкой. Ну что, место, где вода подо льдом еще осталась, мы нашли. И сейчас проверю ее на голову с догонялочкой. На догонялочку здесь хорошо реагирует плотва. Ну а лесотка, вольфрамовая проволочка всегда отлично показывает себя по окуню. Будем облавливать лунки. Это место нас никогда не подводило. К сожалению, первые проводки не дают никакого результата. Пока непонятно, рыбы нет или рыба не хочет клевать. Замечательно всходит солнышко, погода великолепная. Но так часто бывает, когда очень комфортно рыбаку, почему-то у рыбы нет аппетита. Нет, если реакции нет на первых трех проводках, то нет смысла ждать. Нам надо успеть обловить и проверить максимальное количество лунок. Идем дальше. Всегда помимо того, что в первую очередь приходит на ум, почему рыба не клюет, ну, гаишник остановил, не на той заправке заправился, есть какие-то еще объективные причины. Вот пробовали места, знаем, все, ну, есть здесь рыба, должна клевать, но никто не клюет, да? Дошли до гирлянды. А прошло буквально 2-3 часа, солнышко выключилось, ветерочек поднимается потихоньку, становится смурно, пасмурно. И так печальненько. Ну, как бы объяснение очень нормальное для того, чтобы понять, почему же рыба не клюет. Белой рыбе, наверное, нравится такая погода, она реагирует. И может, она чертей здесь никогда не видела. Ей никто никогда не давал такую приманку. А вся остальная рыба на нашей мормышке уже насмотрелась, и на нашего мотыля. Ловим на небольшой яме. Но из-за того, что в одной части этой ямки, 20 метров в сторону, у нас было много пустых поклевок и много сходов, цеплялись за лед. Перешли в другую сторону. Эхолот показывает, что тут рыба есть. Но размер рыбы вот такой. Вот такая вот, ну, махонькая густера. И здесь ее очень много. Буквально 20 метров в сторону вот такой мелкой рыбы уже нет. Если вы вдруг перешли на яме, и у вас размер рыбы поменялся или видовой состав,
то акцентируйте на этом внимание и ищите рыбу, возможно, в стороне, чуть-чуть в стороне достаточно. То есть стая рыбы одна и та же. Но помимо того, что она просто перемещается, еще есть какие-то в ней отделения по ранжирам, наверное. Вот мы уже пришли к тому, что в конце стаи стоит плотва и синец. Когда густера перестает клевать, или ну, хуже, мельче, меньше становятся густеры, то начинают попадаться плотвички. В центре стаи плотвы нет. Вот мы сегодня определились, что если у нас в данной ситуации сегодня начинают попадаться плотвички, значит стая от нас уходит. Придется скоро переходить на другое место. Поэтому такая, я бы сказал, сегодня у нас обнаружилась гирлянда в миниатюре. Это непривычные мне обычные бега там на наших соснах киевских, когда за день ты набегаешь 20 километров по одному заливу, и рыба постоянно носится. А здесь приходится бегать туда-сюда, туда-сюда, ну, два шага туда, два шага сюда. Но это важно, потому что на этой лунке рыбы не будет, а вот на той лунке вполне возможно рыба будет. Ну, вот такой подлещик у нас здесь нарисовался красивый. Красивая рыбка. Интересно, вроде ямка локальная здесь, которую мы обнаружили. И белая рыбка в ней стоит почти везде. Но что интересно, как и на больших водоемах, на больших ямах, она распределяется. В одном месте ямки стоит мелкая густера, в другом месте стоит покрупнее, а в третьем, там, где рыбки поменьше, там стоит более крупная рыба. И вот она так и не перемешивается. Так что даже если это неглубокие ямки и очень локальные, поведение рыбы все равно такое же, как на больших карьерах, водохранилищах или на заливах Днепра. Поэтому важно не только найти рыбу, а еще и понять, какого размера и вида рыба стоит. Тогда можно целенаправленно пытаться ловить более крупную рыбку. Или сидеть на более мелкой и получать поклевки на каждой проводке. Каждый выбирает по желанию. А если бы мы продолжили пытаться ловить плотву и окуня, то, возможно, так и остались бы без рыбы. Но вовремя сориентировались. И результат есть. Синец вот у нас. Маленький, красивенький синец. Интересно, что окраска рыбы в зависимости от водоема меняется. Если днепровский синец у нас он действительно такой с голубоватым отливом, то здесь он такой желтоватый, желтоватые плавнички. Наверное, йодистая вода, возможно, не знаю. Подлещики тоже. Одна густера. Розовая, как и должна выглядеть густера. Подлещичек. Вот на этой лунке, в этом месте ямки, рыбки на эхолоте гораздо меньше показывает, более редкий слой, но рыбка крупнее. В другом конце ямы слой плотный, большой, но очень много мелкой густеры. Она тычет постоянно, постоянно есть поклевочки, но уже удовольствие от поклевок мы получили, насмотрелись, подсекались ее, поэтому хочется что-то покрупнее половить, поэтому ловим более крупную рыбку пока. Что еще вот с этой гирляндой, которую я оставил себе, почему именно так? Эта гирлянда все-таки для струи с более жестким кивком. Течение здесь практически отсутствует, оно очень-очень-очень слабое. И играть таким кивком очень тяжело подобрать проводку. Остальные кивки у меня регулируемые на удочках. На более частую попадалась плотва. Более частая вот такая проводка, которую
практически в Киеве, не используя на гирлянду никогда. А местная рыбка на нее отзывается. Нерегулярно, но все бывает. Господи, как же эти червчики цепляются. Вот, вот так можно поймать рыбку. Не очень голодная, но интересовалась. Да, когда черти на вываживание цепляются за лед, если рыбка вот такого размера уже, с этим можно бороться одним методом. Дать рыбе самой отцепить черта от нижней кромки льда. Если это маленькая густирочка, лаврушечка такая, то у нее просто не хватает силы и энергии, чтобы отцепить. А вот такие подлещики и густера более крупные справляются с этой задачей, поэтому зацепились, не нервничайте, просто плавненько дайте рыбе сдернуть вниз вашу гирлянду и спокойненько следующего черта вынимайте. Пять, семь, восемь проводок иногда делаешь пустых. Потом опять идет поклевочка. Слава богу, народ все-таки не так сильно ее гоняет, много не бурят. Рыба более спокойная. Поймать десяток рыб с лунки в Киеве очень редко удается, потому что, как правило, после первой или второй рыбы ты оказываешься в центре событий, в какой-то толпе, и стая вся смещается сразу же. Просто получаем сегодня удовольствие от рыбалки. От того, что при бесклеве нашли метод ловли, нашли рыбу, которая сегодня активно реагирует, которая скатилась на ямку, ушла из придавленных льдом мест. Плюс приятно то, что показал своим друзьям, что на гирлянду можно ловить и в ихних краях. Ух ты, какой приятный бонусик у нас. Ну, это почти лещ уже. Смотрите, какая прелесть. Просто очень красивый лещик. Желтенький, красивенький. Вот, еще на контролечке кто-то. Кто-то. Отбираем. Чертик у нас зацепился. Отпустили, подумали. Отцепился. Главное не делать резких движений. Куда-то в сторону рыба уплывает, и тогда, конечно, черти очень цепляются. Не такая крупная рыба. Ну, давай, родная. Дождались. И вот он у нас очередная рыбешка. Рыбу мы нашли, половили, удовольствие получили, но от спорта поиск у меня в крови, поэтому не хочется здесь задерживаться, а очень хочется проверить еще места, еще ямки, которые мы знаем. Возможно, на них стоит другая рыба, крупная или другого вида, поэтому поедем и проверим еще новые места, несмотря на то, что здесь рыба клюет у нас. Казалось бы, небольшое расстояние, но буквально в одной лунке стоит крупная, в другой стоит мелкая, в третьей стоит вперемешку. А в четвертой может абсолютно не быть рыбы. Поэтому эхолот, конечно, при ловле на гирлянду вещь очень полезная, скажем откровенно. Можно сесть в стороне, вроде все то же самое, просидеть. Если там рыбы нет, то вероятность поклевки, как вы понимаете, крайне мала. Кто-то еще пытается соблазниться.
даже это не поклевка, такое ощущение, что они просто задевают наших чертей или леску. Возможно, это еще связано с тем, что рыбка здесь передвигается, на ямке есть судаки, которые, наверное, все-таки пасут эту стаю, пугают временами ее, и она от судаков прячется. Или просто ей на месте стоять неинтересно. Ну вот, то на каждой проводке были поклевки, а теперь проводок уже 5-6, внятного ничего нет. Наверное, посветим сейчас эхолотом, проверим. Да, стая у нас ушла, остались только какие-то небольшие остатки ее, поэтому надо поискать вокруг будет. Свежепробуренные лунки, конечно, они пугают рыбу, как и на любой другой яме белая рыба боится бура. Но разбивать старые лунки крайне проблематично, потому что в них вообще кромка получается нижняя очень острая, и чертики постоянно за нее цепляются. А рыбачим мы на небольшой территории на этой ямке, поэтому даже если сейчас рыба из этих лунок сбежит, то прийти туда через 10-15 минут и нормально она вернется, я уверен в этом здесь. Сразу смотрите на падение. Кто это у нас такой? Не судачоныш ли это? Что-то такое непонятное, честно говоря. Но на падение похоже на судачка. Да, детеныш маленький ты такой. Господи, малыш. Хищник. Плыви, родной. Не будем мы тебя замораживать, уплывай. Плыви, плыви, плыви. Да, что хотел сказать. Несмотря на то, что новые лунки разбуривал сферическими ножами, в конце пытаюсь не давить, чтобы как можно более гладкая кромка нижней лунки получилась. Все равно чертики цепляются. Пока вода не размоет нижний край лунки, наверное, от этого избавиться не получится. Ну, хотя бы лунка шире. Старые лунки обмерзают, и там вообще проблематично вываживать рыбу. Нет, все-таки только несколько плотвичек нам попалось сегодня на яме. Значит, не вся плотва с камышей, которые оказались сегодня берегом из-за льда, ушла на яму. Где-то она, бедная, стоит. К сожалению, в закрытых заливчиках явно льдом рыбу просто подавило, потому что я знаю, что там очень мелкие заходы. И вряд ли вся рыба успела оттуда уйти. Она просто задохнется и погибнет там. Часть раздавится, часть задохнется. Пошел следующий. Вот такой вот у нас подлещичек. Красивенький, за самый краешек губы. Следующего будем искать. Обидно после сходов не из-за того, что рыба ушла и ты потерял там часть улова, а обидно именно из-за того, что когда сходит рыба, очень часто распугивает стаю остальную. Она, видно, сопротивляется, убегает в сторону, и остальная стайка тоже уходит. И вот именно в этом проблема, что 1-2 схода
и лунка, которая замечательно работала, и рыбка в ней стояла, может замолкнуть просто. Так что печалит только это, всходье рыбы. Вот подлещик сорвался один. И несколько проводок уже есть, только какие-то невнятные тычочки. Ну, вот еще кто-то. Ну, уже не сходи. Вот такая густера. Так, ох, нет, не только густера. Стоп, там еще кто-то есть, извините, пожалуйста. А вот и подлещичек. Дуплет. Вот такой симпатичный лещик у нас был внизу. И небольшой тараночный довесок у нас был сверху на чертях. Это была компенсация за сошедшую рыбу, наверное, нам. Два в одном. Просто получаю удовольствие от рыбалки. Честно и откровенно. Настолько приятно, что все получилось. Рыбалка сложилась, рыбу нашли. Рыба реагирует. Красота. Просто красота. Да, мотыля мы сегодня не используем. Ловим на голых чертей. Мотыля попробовали. Мелкая густера начинает щипать за мотыля. Реализация вообще падает до нуля. Поэтому пришли к тому, что голые черти работают не только не хуже, но даже лучше, чем с подсадкой мотыля. Густирочка маленькая, но приятно. В нижнем слое стоят подлещики и сенцы покрупнее, а верхний слой занимает мелкая густирка. Пожалуй, мы сегодня только чехоньку не поймали. Искали ее, но не нашли. Ох, подброс кивка. Поклевка лещевая. Ой-ой-ой, это у нас была плотва. Она боролась до конца за свою жизнь, не победила. Молодец. Она была небольшая плотвичка. Но очень интересная поклевка была у нее. Резкий такой подброс кивка вверх. Часто спрашивают меня, руки мерзнут или не мерзнут. Как я ловлю без перчаток? Ну, по первому льду руки мерзнут очень с непривычки. Как и у всех нормальных людей, наверное. Но потом из-за того, что достаточно часто на рыбалку зимой езжу, как-то привыкает, и уже нет такого ощущения, что рука совсем замерзает. Конечно, при сильном морозе все это ощутимо, но как ловить на гирлянду в перчатках, я не знаю. На чертиков, по-моему, это нереально. Они постоянно за все цепляются. Поэтому из двух зол выбираю то, что к весне руки становятся в два раза больше по объему, красные. Ну, в крайнем случае сейчас руки у меня точно не мерзнут. Мне уже не холодно. Напала на нас опять мелкая густера. Разогнала всех крупных наших подлещиков. Кивок так реагирует, что даже невозможно выбрать момент подсечки. Так, ну это кто-то другой, судя по сопротивлению. Не тот, кто над нами издевался, это подлещичек у нас. Вот такой красавец. Пойдем следующую искать. Да, все-таки стоят они вперемешку, и мелкая густера тыркает. А когда более крупная рыбка подплывает, то вполне внятная, осознанная поклевочка. Но тут они стоят вместе, поэтому будем отделять крупных от мелких. Приятно в ловле на гирлянду, что никогда не знаешь, собственно, какая рыба у тебя клюнет. Вся белая рыба реагирует. Ну, бывают и приятные бонусы в виде вполне достойных судаков. Бывают обидные бонусы в виде щук, которые, как правило, срезают гирлянду и чаще всего клюют в пол воды на верхних чертей, и остаешься полностью без снасти. Поэтому это не такие радостные бонусы. Но все это, в этом мой интерес, в непредсказуемости.
два небольших момента еще хотелось бы остановиться. Часто леска перекручивается за крючок, и чертик, получается, стоит под углом, вот как в данной ситуации. Ее надо отмотать, то есть временами проверять. Если обратили внимание, что черт стоит как-то не вниз, а вбок, то, скорее всего, просто леска на крючочек зацепилась. Ее надо поправить, освободить, иначе и залет цепляться будет в разы больше. Ну и, соответственно, пустых поклевок масса будет. Рыбка у нас. И на что еще очень важно, я хочу поделиться вам своей фидерной спортивной практики. У подлещика слизь очень прилипучая, скажем так. И когда эта слизь остается на леске или на чертике, обязательно ее снимайте. Потому что по опыту фидерных рыбалок, если на поводке у вас остались, ну, в простонародье, скажем так, сопли лещевые, то это отпугивает остальную рыбу. Очень боится. Видно, какой-то запах все-таки выделяется рыбы во время шока, стресса. И поклевки прекращаются. Поэтому не ленитесь, я понимаю, кажется, что там маленький шарик слизи смоется. Но пока он не смоется, поклевок у вас не будет. Поэтому это такая секретная тема. Ну, попробуйте, и сами, я думаю, вы убедитесь, что это на самом деле работает. Так что слизи ни на леске, ни на приманке быть не должно. По крайнем случае, в рабочей зоне, то есть там, где наши приманки находятся. Цепляется, кто-то сопротивляется, кто-то упорный. Вот ты. О, белоглазка нас порадовала своим присутствием. Еще один вид рыбы за сегодняшний день. Такая красивая, крупненькая белоглазка. Белоглазка отличается от сенца, от подлещика таким выростом на носу, таким бугром. Но еще очень костлявая рыба, очень вкусная на таранке, жирная. Но косточек в ней жарить, конечно, такую рыбу невозможно. Но всегда очень сильно сопротивляется. И за что ее любят спортсмены? За то, что она тяжелая всегда при своем размере. На соревнованиях очень хорошая рыба. Порадовала. Вот у киевских рыболовов существует такой неизвестный науке вид рыбы, как устера. Именно не густера, а устера. И называют ей все виды рыб, которые похожи на леща. Но если они маленькие, то это устера. На самом деле у нас есть 4 вида рыбы, которые очень похожие, но это абсолютно разные рыбы. Я постараюсь показать, как их можно отличить. Подлещик. Классический подлещик. Рот у подлещика нижний. То есть вот он выходит, внизу у нас рот. Плавники всегда светло-желтоватые или такие серые. Чешуя мелкая, особенно на загривке. Вот обратите внимание, вот на это место у подлещика и у крупного леща. Здесь достаточно мелкая чешуя и нижний рот. Дальше идет синец. Чешуя тоже мелкая, но форма тела вытянутая, более длинная. Килевой плавник длинный. У леща он заканчивается вот, а у синца очень длинный. Он практически до хвоста идет. И рот верхний. Вот посмотрите, почему синец по-другому клюет. Он живет в толще воды, у него плотная губа и верхний рот. Верхний рот у нас из этих рыб только у сенца, белоглазка. Нижний рот, как у леща, но существует вот такой горб, огромный, несуразно большой глаз в пропорции к маленькой голове, и чешуя крупная. И последняя рыба у нас – это густера. Густера с подлещиком часто путают, но у густеры рот не нижний, а средний больше. Вот он, средний рот, он не открывается хоботком вниз. Чешуя гораздо крупнее, чем у леща, особенно на загривке. И плавники всегда отличаются от фона, они не серые, они либо оранжевые, бывают ярко-оранжевые, менее. Здесь вот у нас такие коричневатые, но тем не менее какая-то коричневая краска в них всегда присутствует.
Поэтому вот это 4 разных вида. Надеюсь, помог вам теперь их отличать. И в следующий раз вы будете точно знать, какую рыбу вы поймали. Если мы поймаем еще и рыбца, то это тоже рыбка, которая для многих загадка, и люди смотрят и не могут понять. Но, к сожалению, сегодня он у нас не клюнул. Но если мы его на какой-то рыбалке поймаем, я покажу вам, как отличить рыбца от других видов рыб. Ну что, подведем итоги сегодняшнего дня. Утро нас порадовало только прекрасной погодой и полным отсутствием клевого окуня и плотвы. Было уже какое-то даже разочарование. Но потом, благодаря тому, что красный рюкзачок был со мной, и в нем была гирлянда, причем не одна, и эхолот, нашли рыбку в абсолютно неожиданном месте и получили от рыбалки просто истинное наслаждение и удовольствие. Да, рыба была не очень крупная, густера, подлещик, синец, белоглазка. Но она клевала, она реагировала, поймали бонусного судака на гирлянду, поэтому просто насладились и отдохнули. С вами была передача «На рыбалке с дядей Федором». До новых встреч и всем ни хвоста, ни чешуи.